Привет, друзья! С вами снова Каруна. В прошлом уроке я вам показывал, как играть до мажор, гамму до мажор или лад до мажор. Помните еще, как это делать? То есть необходимо закрыть 6 отверстий на внешней стороне дудука и одно сзади. Так мы получаем строй нашего дудука. В данном случае это будет ля, но на условных нотах это до. И для того, чтобы сыграть гамму до мажор, нам необходимо сделать следующее. Расслабить губы, настроить камыш. Вот, если он сидит не очень хорошо, все здесь его вот послюнявить хорошенько, под кольцом послюнявить. Вот, это у меня какой-то свежий камыш, неизвестный мне еще. Сейчас будем на нем играть. Я не буду включать дам. Не всегда играйте с дамом, то есть звуком заднего плана. Иногда просто играйте в тишине. Не всегда вам придется во всех условиях играть где-то с даумом или с каким-то аккомпанементом. Поэтому просто учитесь также играть сами с собой, без всякого аккомпанемента или даума. Так, значит, мы закрываем 6 отверстий, таким образом, что у нас здесь подушечками закрыто все, а здесь все вторыми фалангами закрыто, мизинцы болтаются в воздухе. Вот. И мы садимся ровно, не кривимся. И делаем так, чтобы локти наши все-таки были внизу. Вот. Таким образом, если ниже локоть, то пальцем проще открываться, если вы делаете мягкое открытие или закрытие нот, если вы делаете такие легато. Вот. И значит, получается, до мажор будет. Палец остается на дудуке. Чуть-чуть прижимаете здесь. И отпускаете в конце. И назад. Вот тот способ звукоизвлечения, которым я сыграл сейчас, это, скажем так, плавный переход от одной ноты к другой, без того, чтобы давать акцент на этой ноте. Это называется легато. В Индии, например, еще больше делают легато за счет того, что открывают отверстия совершенно постепенно. За счет этого получается плавность такая. В армянской музыке я не заметил, чтобы этого было много, но мне очень нравятся вот эти штуки. Вот, посмотрите, как это делать. Когда вы будете импровизировать или как-то хотите очень медленно спуститься с одной ноты на другую, это очень полезные и очень красивые вещи. Хотя в армянской культуре, как я говорю, я что-то особо вот, не замечаю таких штук. Может быть, в арабской есть? Не знаю. Вот. Но научитесь это делать, вот постепенно открывать одну ноту, и когда вы ее открываете постепенно вот таким вот образом, для вас такое будет упражнение на дыхание, необходимо воздуха давать больше. Так вы научитесь потом впоследствии брать полутона, потому что при полутонах воздуха нужно давать существенно больше. Поэтому давайте вот так вот сделаем такое упражнение. И вот вы на следующей ноте.
пока я никаких вибрато не делаю, просто постарайтесь во всех вот направлениях хорошенько прочувствовать гамму до мажор. Да. Вот. И второй способ, каким играются ноты, называется стаккато. Вот, стаккато – это акцент, который вы делаете в то время, как начинаете играть эту ноту. То есть начало этой ноты выражено, оно выражено, и выражено вот в данном случае при игре на армянском дудуке, оно выражается таким вот ударом горла. То есть получается вот таким вот акцентом вы показываете, что играете стаккато. То есть это будет вот так. В идеале научиться делать вот этот удар горлом таким образом, чтобы акцент был очевиден, но это не так уж было явно слышно окружающим, которые слушают вашу музыку. Немножко, чтобы это было слышно, это допустимо, но чтобы это было... Это слишком много. Нужно, чтобы это было... Практически он даже для меня больше, чем для окружающих. Но за счет этого дается необходимое вот такое вот акцентирование ноты. Вы показываете, что вы играете сейчас вот именно это. И стаккато, оно дает вам, как бы нарабатывает силу вашего дыхания, силу вашего выдоха, глубину вашего вдоха. То есть вот это, весь этот механизм дыхания, всю эту систему стаккато прорабатывает лучше всего. Кстати говоря, вот я еще учусь играть на индийской бамбуковой флейте бансури, вот такая она поперечная. Вот там стаккато делается просто оно делается губами и воздухом. Скорее, просто воздухом оно делается, да. И даже вот просто вот это маленькое воздухом, это то, что заставляет ваш звук через некоторое время начинать звучать более сильно. Вот то же самое, хотя мне никто не говорил это на дудуке, я то же самое заметил. Вот, то есть, чем больше вы будете делать упражнений, используя стаккато, тем сильнее и качественнее, плотнее у вас будет начинать случаться звук. Вот, поэтому делайте стаккато. И, например, здесь в упражнении в гамме до мажор вы можете играть при помощи стаккато. Опустился немножко строй, но вы сейчас не обращайте внимания, главное, чтобы у вас получался вот на той высоте, на которой сейчас у вас камыш, получался нужный лад. Так что начинайте использовать стаккато. И вот это упражнение, когда вы играете ноту через одну, тоже очень полезное для того, чтобы у вас ум все больше и больше вместе с пальцем, с пальцами запоминали этот лад, чтобы вы могли в нем играть туда-сюда, обратно, как только захотите. Когда я играю последнюю ноту, палец у меня остается лежать на дудуке, потому что иногда приходится подрегулировать последнюю ноту, самую высокую. Ноты легато и стаккато, например, вот так. Или наоборот, делать стаккато второй ноты.
видите, этот палец у меня тоже остается на дуке. Вот попробуйте вот эти вот стаккато легато поделать. И посмотрим, как пойдет дальше. Все, спасибо, до следующих встреч, пока.